6 октября в 7 часов вечера в актовом зале Университета информационных технологий можно было насладиться поэтическим вечером дыхания осени. Студенты читали стихотворения великих поэтов Есенина, Сулейменова, Габдуллина, а также произведения собственного сочинения. Главная особенность вечера – молодые поэты выступали инкогнито, выходили не представляясь, некоторые по несколько раз к ряду. Фуршет во время антракта приготовили ребята из Юниона. Музыкальную паузу подарил всем любимый коллектив Music Club. Как говорится, поэзия вечна. Именно поэтому хотелось бы, чтобы студенты IT-университета познавали культуру через стихи, потому что это познавательно как и для студентов, так и для преподавателей. И по моему мнению, такие мероприятия должны проводиться все чаще и чаще. Специальным гостем был молодой, но уже популярный на весь Казнет поэт Бахыджан Омер Сериков. Он поделился серией свежих стихотворений собственного сочинения и побеседовал с публикой. 8 октября в городском кафе-кино пройдет еще один поэтический вечер, куда Бахыджан пригласил студентов МУИТ.